два, и три, и четыре. Ну что же это такое? У меня 5 слетело скоро. Это как вообще объяснить? Всем привет, вы на канале Мама и Я. Ну я уже не могу. У меня не хватает зла. Вот объясните этому качка, как же мне обидно за скорость. Вот я просто так разозлиться уже не могу. Это... Ну за что? Я никакого Роберта не делал. Я Роберта сейчас вообще не делал. Я просто качал скорость себе такой. Качал силу, да и все. Ну, я даже не знаю, как вообще на это обращать внимание. Кто тоже думает, что качок бешеный, ставьте лайк. И в комментариях пишите плюсик. Кто нет, в комментариях пишите минус. Минус пишите. Мне кажется, больше будет плюсов. Я не знаю, это мини-челлендж такой. Кого больше? Давайте посмотрим. Так. Но мы в этой серии прокачаем скорость где-то до... Возможно, 30. Я тут баг еще делал на силу. То есть силу немножко качать. Да, Макс, отстань, туди! Зачем твоим... Ты что, совсем... Мы же тут одни... Кому этот дебаг делать? У тебя он тоже есть. Так. Ах! Макс. Так. Да, короче. Браун пропускаем, я ему уже ответил, и он, по идее, отстал, да. Ах. Скорее всего, это сейчас опять начнется. Только не это! Короче, у нас тут уже почти 30 на балансе скорости. Что стоишь? Отошел от планшета? Скорее всего. Или от телефона. Да. Ну. Так. Так. Давайте-ка. У нас почти 30. Точно, забыл. Кого тут троллить? Я же на вип-серваке. Я же совсем забыл. Я об этом совсем не подумал. Кого троллить? О чем я только думал? Да, Максик. Ладно. Ладно, короче. Давайте это все-таки челлендж посмотрим, потому что мне очень интересно, кого много. Ставьте плюсики и минус, лайки, подписывайтесь на канал, но оставайтесь таким же крутым силами, как я. Ать!